Мы взаимодействуем с Солнечногорским телевидением со дня открытия. Благодаря такой яркой и креативной команде мы постоянно участвуем в интересных проектах. Из-за этого тесного общения у нас идет постоянный прирост учащихся. Всем рекомендую Солнечногорское телевидение. Для меня Солнечногорское телевидение – это надежный и грамотный партнер. И обладающий таким потрясающим качеством, как клиентоориентированность. Для рекламы это самое главное. Что хочется сказать, что это команда профессионалов, которые работают четко и с любовью. И все проекты, которые у нас были совместные, прошли на ура. Это огромный труд, и это те люди, которым можно доверять. Всем день добрый. Сегодня в студии красоты ЛИК команда нашего Солнечногорского телевидения. Мне эта команда очень нравится. Она креативная, веселая, интересная. Мне очень нравится с ними работать. Огромное спасибо этой команде за те проекты, которые они придумывают. Они предлагают участие в этих проектах. И они всегда необыкновенные. Спасибо вам огромное. Мне нравится с вами сотрудничать. Смотрите Солнечногорское телевидение. Мне очень нравится сотрудничать с сотрудниками Солнечногорского телевидения. Во-первых, я желаю успеха в работе, продвижения этого очень хорошего дела. Очень приятное общение с ребятами, тем более с молодыми ребятами. И я думаю, что у них все получится и все только в будущем. Спасибо огромное. Хочешь быть в курсе всех событий города? Присоединяйся к Солнечногорскому телевидению. Facebook, Instagram, Контакт и иные соцсети, YouTube обязательно. Спортивный клуб Energy уже присоединился. А вы? Солнечногорское телевидение – это, пожалуй, единственный канал в нашем городе информационный, где мы можем узнать подробно о том, что происходит в городе, какие мероприятия культурные. Например, мы поддержали проект «Мисс Солнечногорск», потому что хотелось бы участвовать в жизни города. Хотели бы, чтобы женщины наши были красивые, очаровательные, ухоженные. Посредством телевидения мы можем рассказать, какие у нас нововведения, услуги. И мы хотели бы выразить огромную благодарность Солнечногорскому телевидению, его команде за оказанную поддержку, за предоставленный эфир, за возможность рассказать о себе, заявить о себе, чтобы нас не забывали и помнили.